И в том же Днепре разыскивают гастролера, который грабит пункты выдачи быстрых кредитов по всей Украине. Известно, что он уже побывал в Черниговской, Киевской и Харьковской областях. Подробности знает Елена Миндалюк. В Днепре злоумышленник ограбил два отделения выдачи быстрых кредитов всего за час. По словам сотрудников, все происходило как в кино. За час до закрытия зашел мужчина и с порога сообщил – это ограбление. Слышала, что приходил он вроде как с гранатой и все. И больше ничего. Шапки и очки. Вооруженному грабителю девушка-менеджер сопротивления не оказала. Отдала ему все, что было в кассе – 12 500 гривен. После чего мужчина скрылся. Пострадало и еще одно отделение уже в другом спальном районе. Сценарий тот же. Он зашел спокойно, в шапке, в очках, в перчатках. Сказал: «Здравствуйте, это ограбление. Где сейф? Открывай сейф». Спросил, почему так мало денег. Сказал: «До свидания. Через 10 минут вызывайте полицию». Ни в одном, ни в другом отделении круглосуточной охраны нет, только тревожная кнопка. Сотрудницы нажимали ее, но служба охраны приезжала, когда грабителя уже и след простыл. В полиции говорят, его подозревают в 11 ограблениях в Киеве, Чернигове и Харькове. Суммы, они незначні, від 2000 гривень до понад 20 000 гривень. Однак, за даними фактами, за всіма відкриті кримінальні провадження, за фактами розбою. Личность грабителя правоохранители пока не установили, есть только ориентировка. Мужчине на вид 30-35 лет, крепкого телосложения, одет во все черное, носит кожаную сумку через плечо, говорит по-русски. Также известно, что машины у него нет, передвигается на общественном транспорте. Не исключено, что на этих ограблениях злоумышленник не остановится. В Днепре объявлен план перехват «Сирена». Разыскиваемому грозит до 15 лет заключения. Елена Миндалюк, Евгений Кондинцов. Подробности телеканал Интер, Днепр.